Перечень людей, которые могут добровольно стать донорами при жизни, намерены расширить. Минздрав предлагает внести в этом году поправки в закон о трансплантации органов и тканей. Сейчас в Беларуси возможна пересадка только от близких родственников. Медики считают, пришло время разрешить и так называемую неродственную, но только на безвозмездной основе. Предлагается также обсудить возможность дарения органа. При одном условии – человек не знает, кому жертвует. Это исключит криминальные схемы. Еще один вопрос – это обмен органами между странами. Если поправки поддержат, потенциальных доноров внесут в общую базу, пользоваться которой смогут врачи государств, входящих в Европейскую организацию ФОИДОС. Наша страна к ней присоединилась в прошлом году. Это на сегодняшний день более чем 300 миллионов человек. При этом в той ситуации, когда жителям других европейских стран очень быстро и в очень скором режиме нужно будут органы для трансплантации, мы также планируем заниматься международным обменом в этой области. В прошлом году в Беларуси провели почти 500 операций по пересадке органов. По количеству и качеству наша страна занимает первое место в СНГ, опережает Польшу, Литву и входит в топ-30 государств, где развито это медицинское направление.